Добрый вечер. Сегодня 17 октября 2019 года. В Москве прошло награждение победителей премии «Импульс добра 2019». «Импульс добра» – ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России, учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России. За 7 лет премия была вручена 79 лауреатам из 17 регионов России. Ну что ж, уважаемые... Не уходите, пожалуйста, Вагита Юсуфьевича, Ольга Юрьевна. У нас первая номинация. Приветственный адрес от президента мы перенаправим в фонд. Вы можете его отдать. И... А пока мы торжественно объявляем открытой 8-ю торжественную церемонию вручения премии «Импульс добра». Это люди, которые меняют мир к лучшему. Ваша деятельность направлена в будущее. Счастливое и справедливое будущее для каждого человека, живущего на этой земле. Для вас зов сердца дороже коммерческой прибыли, и поэтому вы – гордость нашей страны. Спасибо вам большое, что вы есть. Итак, дорогие друзья, первая номинация «За личный вклад в развитие социального предпринимательства». Награды в этой номинации вручают Вагит Юсупович, Олег Перов и Ольга Юрьевна Голодец. В номинации «За личный вклад в развитие социального предпринимательства» награждаются 3 лауреата. И сейчас мы узнаем, кто же удостоен этой премии. Внимание на экран! Если можно, чуть-чуть отойдите, так чтобы было видно все. Перязева Наталья Сергеевна, город Москва и Московская область. Лауреатами в номинации «Семь гномов». Частный детский сад для гармоничного развития ребенка с 1,5 лет. В саду ежедневно проходят развивающие музыкальные, спортивные, кулинарные занятия, обучение английскому языку, дополнительные занятия по футболу, танцам, шахматам. В летние периоды открыт летний клуб, лагерь для детей от 1,5 до 9 лет. «Сказки у камина» – семейный центр развития взаимодействия поколений. Специализируется на распространении знаний о старости и старении, воспитании социальных чувств и нравственных основ, а также на развитии волонтерства среди старшего поколения 55+. «Дом у парка» – пансионат для пожилых людей, предлагающий формат сопровождаемого проживания, когда пожилой человек сохраняет все доступные возможности для насыщенной и интересной, но посильной жизни, посещение театров, концертов, встречи с друзьями, передача опыта младшим поколениям. Для постояльцев проводятся досуговые мероприятия, рукоделие, арт-терапия, трудотерапия, кулинариумы, литературные и музыкальные вечера, встречи с подрастающим поколением. Лившиц Константин Александрович, город Санкт-Петербург. Система «Забота» – это служба социально-медицинского сопровождения, патронажа и реабилитации, которая с 1999 года представляет комплексные услуги для пожилых людей и инвалидов в 11 регионах России. «Достойное долголетие дома» означает комплексный подход к решению проблем пожилого человека. Сервисы системы «Забота» включают патронаж, услуги сиделок, обустройство доступной среды, удаленное социально-медицинское сопровождение и надомную реабилитацию после инсультов, инфарктов и травм. Ваши аплодисменты. И третий лауреат. Леин Григорий Аркадьевич, город Санкт-Петербург.
Scoliologic.ru – современный инновационный протезно-ортопедический центр, в котором ежегодно осуществляют более 7 тысяч приемов пациентов, изготавливают более 3 тысяч самых функциональных и высокотехнологичных индивидуальных ортопедических изделий для людей из разных уголков России. Компания – лидер российского рынка по выпуску функционально-корригирующих корсетов. Специалисты Scoliologic.ru постоянно обучаются и разрабатывают новые технологии изготовления средств реабилитации, оборудования и комплектующих для протезно-ортопедической отрасли. Большую часть деятельности компании занимают социальные проекты. Городской турнир для людей с ограниченными возможностями «Безграничные возможности». Летний реабилитационный лагерь «Сколио Сочи» для детей-инвалидов с тяжелыми формами сколиоза. Праздник для детей с диагнозом ДЦП, семинары и научные конференции. И мы приглашаем на сцену основателя частного детского сада «Семь гномов», пансионата для пожилых людей, дому-парка, семейного центра развития взаимодействия поколений «Сказки у камина» Наталью Сергеевну Берязеву. Учредителя общества с ограниченной ответственностью «Система забота» Константина Александровича Лившица. И основателя, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Scoliologic.ru» Григория Аркадьевича Лейна. Сегодня всем лауреатам партнер премии «Банк для предпринимателей. Точка» дарит сертификаты на 6 месяцев бесплатного обслуживания на любом тарифном плане, плюс бонусы для развития, реклама, создание сайта, интернет, телефония и многое другое. Берязевой сегодня также вручается специальный приз от партнера премии компании «Франчайзинг Интеллект». Это сертификат на прохождение двухдневного бизнес-интенсива «Осознанный франчайзинг». Все эти подарки вы можете получить у пресс-волк. А сейчас, дорогие лауреаты, скажите, пожалуйста, свое приветственное слово. Спасибо большое, что делаете нашу деятельность заметной. Это очень важно, потому что я надеюсь, что наш путь смогут повторить и другие, те, кто еще не знает ничего о социальном предпринимательстве. Но популяризируя тему нашей деятельности, мы вовлечем гораздо больше сторонников. Благодарю вам. Спасибо. Представим, что мы сидим за очень красивым столом с очень вкусной едой. Мы можем наслаждаться этой едой, но, к сожалению, недолго. Потом мы присыщаемся. Или покупаем какую-то очень красивую одежду для себя, но потом она нам надоедает. И только когда мы делаем какое-то доброе дело, мы получаем удовольствие. И получает удовольствие тот человек, для которого мы сделали. И вот этот процесс, он бесконечный. Я хочу пожелать всем нам бесконечное счастье и радость дарить добро. Спасибо. Спасибо большое. Присоединяясь к своему коллеге по номинации, я хочу сказать, что я изначально по образованию детский врач, педиатр. Я всегда любил работать с детьми, потому что, работая с детьми, ты работаешь с чем-то светлым, чистым, и помогая им преодолеть их трудности, ты фактически даешь им помощь, даешь им маленькую путевку в дальнейшую жизнь. И я согласен с тем, что это действительно дарит самое такое большое удовольствие. И благодаря, в том числе и организаторам премии, всем тем, кто работает в области социального бизнеса, у нас есть возможность давать этим детям, да и не только детям, эту путевку. Поэтому спасибо всем, кто работает в этой области. Спасибо большое вам, уважаемые лауреаты. Мы желаем вам дальнейших успехов в вашем труде. А сейчас приглашаем к пресс-волу для дальнейшего торжественного фотографирования.